Всем привет-привет, ребятушечки. Меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А мы сейчас приехали на то место, где снимался фильм «Белые росы». Деревня Девятовка где-то здесь находилась. Вот здесь играл, наверное, здесь, а может, для красоты сделали герой фильма. Как его звали? Помнишь? Где играл он на гармошке на этом гнезде. А вот сам домик, и мы посмотрим, кто в этом домике живет. Погнали! Колодец, откуда набиралась вода, и вот этот колодец, понятное дело, тут воды нету, но и вот сами герои, только собачка здесь должна была быть, куда-то дели собачку, собачки нету. Ну вот два персонажа главных зато есть. И на этом мое видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Устин ТВ, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Пока-пока.